Работы нет. Вместо родителей в быстром наборе стоят швидко гроші. Живется отвратительно, потому что у нас очень много свободного времени. Сборная безработных Украины! У меня настолько много свободного времени, что у меня до сих пор тамагочи жив. Воистину жив. Пацаны, давайте посерьезней. Я не безработный, я учитель. Вот, и свою зарплату видел. Ты не учитель, ты волонтер. Я вижу в глазах зрителя вопрос. Если мы безработные, почему мы так красиво одеты? Костюм с выпускного! Хотим ли мы работать в Макдональдс? Нет! Хотим ли мы работать курьером? Нет! А кем мы хотим работать? Никем, но чтоб платили. Ты что, меня не слушал? Я же сказал, курьер — это никто, которому платят. Я вообще никого не слушаю. Меня он недавно цыганка пыталась на деньги нагреть. Не на того напала, я нищеброд. Короче, торчу цыганке денег. Займи двадцатку. Отвали. Как они это делают? Да денег нет. Ребята, сейчас без приколов. Меня не берут на работу бухгалтером, потому что у меня слишком большой опыт работы. Такое чувство, что я приду к ним в бумагах, у них разберусь, а им это ну нафиг не надо. Ох уж эти куличи. Походу, они реально что-то с сахарком мутят. Да денег нет. А я не могу найти работу, потому что я вампир. Я не могу работать днем. А ночью как? Или в клубе, или кассиршей в кесете. И главное, слабости у нас не одинаковые. Святая вода, кол в сердце, ЛМ синий. Любовь к маленьким закрытым помещениям. Вот единственное, что вот, ну не поднимается у меня рука малолеткам рэва продавать. Ну вот, а я по поводу работы вообще не парюсь. Сидеть на шее так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней, чтоб не спалило, что за деньгами я пришел. О, ребят, кстати, займите денег. Миша, тебе с таким лицом никто денег не даст. Я Тельман. С таким именем тем более. Не по своей воле обращаюсь. Помогите мне найти мать. 20 лет назад ушла мне мама Гати, так и не вернулась. Я вас прошу, если кто видел, передайте, я здоров, все в порядке, есть все документы. Илья, что за пародия на попрошайку? Я бы попросил. Мальчик мой, гениального актера могут воспитать два заведения. Это Академия культуры и метро. Причем первое поставляет кадры для второго. Так а чё эта фотография? А чё, она с моей ходит? Вообще, я хочу, чтобы меня заметили, потому что я могу показать все, что угодно. А ну-ка, изюм! Дорогу на изюм! Как одна рука не хочет, чтобы вторая показывала дорогу. Букву F, темечко, щебень, как лысый еж тащит добычу домой. Вообще люди за это деньги дают. Ой, попрошу, я инвалид, у меня ни стыда, ни совести. Ёперный театр. То ли девочка, а то ли видение. Это старушка балбесина. Десятиметровая березка. Бабуль, ты чего вышла? Чего я вышла? Какая хорошая у Монатика мама.
Мальчику 32 года, а он до сих пор в шапочке ходит. Шапку одень! Ну, ба! Ай, кружит голову до упада, голову ай до упада, эй! Да денег нет, нет, денег совсем, да денег нет, нету совсем, да-да-да-да, денег нет. Бог создал землю за 6 дней, но делал он это не один. Итак, у Бога креативный отдел. Так-так-так, коллеги, собрались! Собрались! Нам сдавать землю через 15 минут! Так, парад есть, лев есть! Нужно что-то морское! Морской лев! Не, ну ты сильно мочишь вообще, просто красавчик, да? Не зря тебя в креативный отдел взяли, лучший! Шалом, православные! Так, посмотрим, что вы там написали. Морской лев. Ух, нормально мочите. Но то, что люди будут размножаться почкованием, пацаны, не туда. Значит так, Саша, Вова, Бразерс. Фантазия закончилась. Вот, может, вам нужен этот, как его? Отпуск. Кто? Ну, отпуск. Это как неделя в раю с All Inclusive, только с женой в Бердянске. Значит так, ты меня достал, ты несешь какую-то фигню, ты уволен, ты официально безработный. Не-не-не-не, я нужен вам, я ж придумал этот оптимизм. Что такое оптимизм? Ну это когда тебя уволили с работы, у тебя двое детей, три кредита, жена пилит, а тебе норм? Вот. Вот, учитесь работать у безработных. Так я принят обратно? Ни в коем случае! Просто мне твое имя не нравится, Люцифер. Все на собеседование. В 9 утра мы вам перезвоним. Полагал всю. Денег совсем, да денег нет. Нету совсем, да-да-да. Насадить ляжко на вилы. То ли девочка, а то ли видение. Это старушка балбесина. Внучок, радуйся. Нам пенсию подняли. Мазафак. Yeah. На 50 копеек. Ай. Ай. You to the candy shop. Спасибо. Ну и для вас, друзья, выступали выпускники Харьковского политеха, Киевского политеха, Донецкого политеха. В общем, сборная безработных Украины. Спасибо!